Меня зовут Джодарбек, я из Бишкека прилетел. Родители волнуются за меня. Скажите подписчикам, как вас зовут? Меня зовут Джодарбек, я из Бишкека прилетел. Очень хорошо. Скажите, как ваш перелет, как в самолете было? Ну, хорошо, у нас все хорошо получилось. Меня там родители проводили и друзья. Очень хорошо. Они, родители, волнуются за меня. Короче, такое получилось. Я думаю, поводов для переживаний нет, хотя надо быть на связи всегда. Дальше у вас перелет в Европу? В Европу через Турцию. Это колл-центр на Дмитровской. Сейчас мы встретили Джодара, и он нам расскажет, как проходил у него процесс, как он получил визу в Польшу. И сейчас я задам ему пару вопросов. Джодар, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Чем вы занимались в Бишкеке? Ну, я там у меня работал. Ну, учился. Сначала учился там, но потом как-то зарабатывать надо уже. Будущее надо создавать себе. Вы решили выехать из Бишкека в Европу? Да. Расскажите, как это происходило? Кто с вами общался, работал и как вам делали документы? Мне делали... Я сначала волновался, что получается или нет. Но потом у нас было только через WhatsApp, через интернет. Мне... Вы переживали по этому, да, поводу? Да, очень переживал, что честно или нет. Ну, вот, за счастье я получил уже. И... Хочется сказать спасибо Оксану. Мне Оксана помогла. Она очень постаралась за меня. И спасибо. И помогла сделать, да, эту визу. Да. Замечательно. Можно пару слов расскажите, на какую вакансию вы едете, чем будете заниматься в Польше? Ну, я там буду в складе работать, упаковщиком. Работа на складе. А как компания называется? В какой компании работаете? Компания LG. LG компания. LG. Наш новый работодатель. Вакансий достаточно много. И вот Джодар как раз едет на одну из таких вакансий. Еще пару слов. Ахматон. Польша Гутмен. Гутуал. Замечательно. Ребят, колл-центр на Дмитровской...